Укатывают на совесть. До 18 заездов делает один современный легкий виброкаток. Так придают необходимую прочность покрытию. На КАМАЗах подвозят горячий асфальт. Ремонт малыми картами идет на улице Советской Армии. От Старозагоры до проспекта Карла Маркса. На самом деле карты не такие уж и маленькие. До 100 погонных метров. Довольно внушительный участок. Но точность, как в аптеке. Качество ремонта требования строгие. В этом году значительно усилен контроль за ремонтом дорог. Причем под пристальным вниманием сотрудников МБУ «Дорожное хозяйство» он на всех этапах работы. Смотрит и как вырезали карту, и насколько хорошо ее обработали перед укладкой асфальта. Считают даже, сколько раз прошелся каток по полотну. После завершения работ берут своеобразную пробу. И уже в лаборатории проверяют влагосодержание и уплотненность материала. Работу принимают только, если все параметры соответствуют ГОСТу. Сначала срезается изношенный слой асфальта фрезой. После фрезы очищается основание от пыли и грязи, прометается, продувается. Проливается битумная эмульсия. По необходимости укладывается выравнивающий слой. После укладывается верхний слой, укатывается катками. На этом участке приведут в порядок больше 4000 квадратных метров дорожного покрытия. Всего же в городе малыми картами отремонтируют 63 тысячи квадратных метров. Пока трудится одна бригада. После 1 мая темпы усилят. Бригад будет 3. Ремонтируют дороги по всему городу. Это отдельные участки, на которых наиболее сильно выражены повреждения дорожного покрытия. Перечень улиц, в принципе, он определяется, исходя из поступающего в предприятие, в департамент предписаний надзорных органов ГИБДД, прокуратуры, обращений граждан. В части районов у нас планируется в этом году больший объем комплексного ремонта. Работают сотрудники МП благоустройства без выходных. Самый горячий период – ночью. Специально, чтобы не создавать помех движению. А вот припаркованные у обочин машины могут стать помехой для катков. Тогда на помощь приходят ГИБДД и эвакуаторы. Если на ремонт малыми картами действует гарантия 1 год, то срок гарантийного обслуживания комплексно отремонтированных дорог – 5 лет. В течение этого времени подрядчики обязуются за свой счет устранять все дефекты. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.